я там несколько, ну я точно скажу, несколько десятилетий, больше 10 лет я участвую в этих дискуссиях, а почему вы не снизите комиссию за эквайринг, да, как в Европе, там до 0,3%, вот эти вот прекрасные 0,3%. Мы всегда объясняем, и мы продолжаем поддерживать этой позиции, что у нас совершенно другая бизнес-модель по картам. Она изначально была другой. Когда у нас участники финансового рынка, а именно банки, вкладывали в инфраструктуру, несли большие затраты и продолжают их нести на апдейт, на какие-то инновационные вещи. Да? И если мы поменяем комиссии с точки зрения банковских карт, то это сломает вообще всю структуру и банков-эмитентов, и банков-эквайеров, и вообще непонятно, к чему приведет. То есть здесь как бы для нас понятно плохие прогнозы этой истории, да? И поэтому мы не видим смысла ломать то, что хорошо работает. Но в чем мы явно видим смысл, это чтобы были другие инструменты, когда действительно торгово-сервисному предприятию самому есть возможность выбирать и ориентировать клиентов, да, каким платежным средством платить.